Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем прокачивать наш боевой корабль в игре под названием All Guns on Deck. Я очень рад, что она вам понравилась, как и мне. Вы накидали очень много лайков, а это лучшая мотивация продолжать. Правда, мне пришлось переиграть те битвы, в которых мы участвовали с вами, чтобы заработать больше денег, и теперь у меня 1350 дублонов. А еще наступила ночь, и почему-то некоторые клетки загорелись фиолетовым. Что бы это могло значить? Некие орбы обнаружены. Что это за орбы и что мне за них дадут? Черт, мне уже страшно. Давайте срочно назначим всех бойцов и будем воевать. Блин, это что еще такое? Это еще, черт возьми, что такое? Может быть, не стоило выходить ночью в море, потому что... Охренеть, вы чё творите-то? Вы чего творите-то? Зачем же так жестко? Эй, у меня просто оружия не хватит, чтобы справиться с этой хреновиной. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха-ха, у меня не было ни единого шанса. Пока я снаряжал свою команду, мой корабль разрушили просто за секунды. Откуда эта штука вылезла? Непонятно. Зачем она вылезла? Неизвестно. Нет, вообще-то видно было, откуда она вылезла. Из-под воды. Но что это такое? Почему это такое жесткое? Ладно, отправляемся в море. Надеюсь, я в больничке отлежал нормально. Да, и снова наступил день. У меня 1350 дублонов. Все хорошо. Я погиб, но деньги остались при мне. Это здорово. Давайте пройдем одну из следующих миссий. Правда, вот я не знаю какую. А давайте вот эту на 3 волны. Тоже постараюсь не погибнуть и заработать кучу денег, чтобы купить себе новую пушку. К тому же я себе кое-что интересное уже присмотрел. А именно миниган. Так, и надо сделать, наверное, велдера. Просто чтобы кто-то заваривал дыры в обшивке, да? И надо сделать сразу на будущее пожарного. Блин, пока я буду этим заниматься, у меня еще и техника нету, черт возьми. Пока я буду этим заниматься, сейчас меня уничтожат. Почему... Я же все настраивал. Вот техник. Почему они слезли со своих постов и начали заниматься непонятно чем? Ладно. Я готов вступать в бой, и первые вражеские самолеты уже падают. Кстати, да, я заменил одно из своих орудий. Пулемет заменил на пушку. Она все-таки, наверное, поэффективнее. Если хотя бы раз из нее попасть, то, в общем-то, она наносит катастрофические повреждения вражеским самолетам, как это было сейчас. А вот сейчас попасть не получается. Ну, почти ведь. Отдавай. Хорошо. Еще одно попадание и прямое попадание. Волна закончена. Уже 600 монет заработано. Ой-ой-ой, если так и дальше пойдет. Чувствую, скоро мы установим на наш боевой корабль миниган. А я о нем мечтаю, как ни о чем другом в этом мире. Давай же. Так метко. Должен был выстрелить. Стрелял на опережение. Да блин, серьезно? Все снаряды проходят буквально... Вот, вот. Между самолетами, вы это видели? Как же четко они летят. Блин, надо подремонтироваться, иначе будет беда. Эх, уплыть отсюда нельзя, придется биться до последней капли масла и топлива. Минус один еще, давай еще минус ты будешь, отлично. И минус ты. Как же? Ракета прошла буквально сквозь самолет, не круто. Не круто. Блин, может быть отпустить управление и пускай мои бойцы пытаются справляться? Да, у них вроде бы это получается пока получше. Правда, бомб падает все больше и больше, и, похоже, свои деньги я потеряю. Слишком медленно происходит ремонт обшивки. Ну, прям супер медленно. Остался всего лишь один вражеский самолет. У меня есть хилка, отлично. Пожалуйста, давайте его завалим сейчас. Не получилось. Ну вот сейчас. Почему перезарядка-то? Сволочь ты. Да ну, бляха-муха. Что с тобой не так, сволочь? Как тебя сбить-то? Блин, похоже, придется сбивать его из пулемета. Или, блин, зря вы сбили его. Я думал уже немного подождать, пока полностью восстановится обшивка, а потом мы нанесли бы сокрушительный решающий удар. Но моя команда решила иначе. И сама с ним справилась. Оба, на еще одна хилка, и наш корабль снова цел. Великолепно, деньги текут рекой. Хоть бы это не заканчивалось. Хоть бы, ну в смысле битва пускай закончится, а вот деньги. Да блин, они все стали кидать. Идеально метко бросают свои бомбы в меня. Так, сбили, хорошо.
Давай, 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 давай. Вот тебя собьем сейчас хотя бы. Все мимо, блин. Опять я жалею о том, что взял управление в свои руки. Хотя один самолет все-таки упал. Бомбы, бомбы, бомбы. Они с такой большой... Ой-ой-ой, три штуки сразу. Беда. Как же плохо. Хилка, быстрей. Быстрее подхилились. Отлично. Живем, друзья, живем. Живы-здоровы. О, шальная пуля, шальная ракета. Еще одна шальная ракета. Еще одна. Вот почему мне нравятся эти ракетницы. Одно попадание и минус самолет, но... Попасть порой сложно. Вот когда появится миниган, тогда мы устроим настоящий шквал из пуль. И это будет настоящая беда для врага. Пипец, он просто опередил мой снаряд. Опять он это сделал. Пожалуйста, успокойтесь, хватит в меня стрелять. Ну, пощадите. Ну, пожалуйста. Хилка, фух, я уж боялся, она не перезарядится никогда. Это был бы фейл. Два самолета. Вот два самолета могут меня полностью измотать. Опять же, не буду трогать управление, пускай делают мой персонал. Полностью надежда на них, они не могут этого сделать. Когда два самолета, приходится уже самому целиться, иначе беда. И еще одно попадание. Отлично! 1750 за один заход. Это шикарный показатель. Фух, мне очень нравится. Теперь надо бы отправиться в порт и посмотреть, что за эти деньги я могу себе приобрести. Если что-то толковое, я обязательно куплю. Может быть, новый корпус корабля, куда можно будет установить три орудия. Или, например, новую пушку. Главное взглянуть на цены и больше не связываться с той ужасной орбической хреновиной, которая вылазит из-под воды. Блин, мне реально прям не хочется. Не хочется. Ну, по крайней мере, сейчас. Может быть, это финальный босс. Может быть, в конце нам нужно его будет уничтожить, когда мы соберем все орудие. Но пока... Так, корабль новый. 10 тысяч баксов. Сорян. Сорян. Да, это он же. Этот корабль у меня за 2700, да, Royal Maiden? Он у меня. Жаль, что не написано количество орудий и все в этом духе. Royal Maiden. Вроде бы это мой корабль. Орудия. Такая штука у меня есть, флаг. Вот что я хочу, миниган. 6 тысяч он стоит. Или вот это за 28 тысяч. Но о таких вещах, конечно, можно только мечтать пока. Ах, а какие корабли здесь есть? Просто безумие. 5 тысяч, слушайте, хайв. Всего лишь стоит 5 тысяч. А в чем его преимущество? В чем его плюсы? Это не такая большая цена, 5 тысяч, на самом деле. Может быть, накопить на этот корпус? Жаль, что я не могу свои запчасти продавать. Я многое из того, что у меня есть, с радостью бы продал. 5000 корпус. Он либо будет очень живучий, либо... Сплэшмейкер у меня сейчас и... И дрифтер. Да, Royal Maiden — это другой корабль. Но будем копить на корабль за 5000 все-таки. Пускай, я не куплю себе миниган, но зато я установлю дополнительные пушки, а это уже большой плюс. Отправляемся снова бороздить моря и океаны. Если мы сейчас грамотно справимся с миссией... Блин, там 4 врага, там 4. Блин, ну 4 волны, 3. Вот, 3 волны. Это не так много, есть шансы. Давайте рискнем. Хотя там могут быть супер жесткие враги и... Ох, ладно, была не была. Была не была. Ну, проиграю и проиграю. Кроме времени я ничего не потеряю. Почему опять... А, я корабль переустанавливал, поэтому... Поэтому все перемешалось. Ладно. Сразу стрелков устанавливаем. Вроде бы обычные самолеты, и вроде бы их не так много. Пускай отстреливаются. Я пока сделаю себе специалиста. Больше корпус снимать не нужно. Вы видели, что получается, когда я снимаю корпус? Ерунда полная. Так, сварщики. Пожарный пускай будет. Ну и больше, в общем-то, мне пока ничего не нужно. Не знаю, для чего нужны специалисты, я их не использую. Все, поехали. Два самолета уже сбито. Три самолета. И, по-моему, эти самолеты стали лучше, чем предыдущие. Не знаю, лучше они или хуже, но хилку надо бы использовать прямо сейчас. Как раз она успеет перезарядиться к следующей волне, я надеюсь. И все будет прекрасно, все будет замечательно, великолепно, потрясающе. Давай, хорошо. Хорошо, и еще. Ну,
Один самолет — это не беда. Но сколько у них урона, блин, стало? А, я вижу, друзья, у меня нету просто тупо брони. Так, спускай, чувак занимается ремонтом брони. Он ремонтирует броню? Да, пошел ремонт брони, отлично. 2 единицы восстановлено, 4 единицы восстановлено. Сделаем еще одного велдера, пускай он, короче, здесь обшивку ремонтирует в случае чего. Ну или здесь стоит. Ах, победили, всех победили, у меня полный запас брони. У меня довольно высокий запас ХП, и это вторая волна с 13 самолетами. Думаю, если мы этот уровень пройдем, то мне хватит деньжат как раз-таки на, надеюсь, на новый корпус. Было бы прекрасно. На новый корабль. Да, называть корпусом — это довольно странно. А вот новый корабль — это прекрасно. Хилочка. Шальная ракета. И еще одна шальная ракета. Точнее, она была не шальной, она была прицельной. Ах, не успел удрать, да, от ракеты в этот раз? Молодец. На опережение не получилось сюда. Не подрасчитал. Ладно, стреляйте сами пока. У вас это неплохо получается. Броню мою пробить вообще не могут, но ХП у корабля, тем не менее, опускается все ниже и ниже. Но когда броня целая, 10 единиц, тогда и повреждения залетают не такие большие, как при отсутствии брони. 2. Вот сюда давай. Ах, ну практически. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, прекрасно. Так, это вторая волна, и мой корабль практически без повреждений, друзья. Это велико... Отлично. Просто прекрасно. 10? 10 бойцов? Вы отправляете в бой всего лишь 10 самолетов? Да вы издеваетесь надо мной, это мало, давайте 15. Я бы с радостью отбился от 15 самолетов. Думаю, не было бы никаких проблем с этим. Потому что почему? Потому что мне нужны деньги, а деньги дают за каждый сбитый самолет. Поэтому я хочу их больше. Особенно если это обычные самолеты, не такие уж и жесткие. Так, уже 8 осталось всего лишь. Да вы издеваетесь. Мало, мало-мало будет денег. Похоже, после этой битвы я все-таки не... Да. Вы обезумели? Хватит попадать. После этой битвы я все-таки, наверное, не смогу купить новый корпус. Ну а вдруг мне начислят какой-нибудь бонус? И все-таки будет по итогу 2000, было бы здорово. Так, все. 3 самолета всего лишь осталось. 2 самолета всего лишь осталось. Справятся ли пушки сами по себе, мне интересно. Они уже целиться не могут. Ах, 1 остался. Да, должны справиться. Но если он потопит меня, это будет прям печально. Где мое лечение? Я не понимаю, почему лечение не откатилось до сих пор. Ладно, придется самому стрелять. Ну, мимо, сквозь прошел. Отлично. Ух! 1700 всего лишь. Уничтожено 34 вражеских самолета, и всего лишь такие жалкие копейки мне дали. Проблема в том, друзья, большая, что последующие уровни очень много волн имеют. 5, да? А вон 3 есть, в принципе. Можно туда сплавать, попробовать. Потому что 5 волн я точно не выдержу. И, скорее всего, там появятся новые вражеские единицы. Стоит не выпендриваться. Стоит именно не выпендриваться. Не стоит выпендриваться, а стоит ехать на троечку. Быстренько, четенько ее разбирать. И покупать себе новый корпус. Ну а там мы уже посмотрим. 16 самолетов за раз. Ох, да это будет горячо, да это будет горячо. Надеюсь, новых самолетов не появится. Будут только старые, да? Если будут только старые, в общем-то, шансы есть. Ну, их уже 15. Я заказывал 15, я получил 16. Это что еще такое? А ну-ка. Надо как можно быстрее эту штуковину сбить. Что-то она меня пугает. Попасть не получается, жесть. Что ты творишь? Как в тебя попасть? Как в тебя попасть? Я не могу ни одного выстрела просто сделать по тебе. Надо целиться немножечко выше, да? Блин, хрень какая-то. Я не могу ни одного выстрела попасть в нее. Так, ну здесь, похоже, нужен пулемет. Пипец, меня уже разломали. Если взять там пулемет... Шансы могут появиться.
если взять там пулемет. Ну, потому что с той штуки я попасть не могу, либо нужно расслабиться, как говорится, просто отдать свой корабль под контроль команде и получать удовольствие. Ну, по-моему, уже наступила ночь, и стоит переждать. Нет, нормально, день. Хорошо, что деньги хоть не забирают, ничего не портится. Можно наскоками рано или поздно этот уровень пройти. Надеюсь, самолетов стало меньше. Все-таки что-то у нас да получится. 16, все так же 16. Ну, я даже и не знаю. Надо хотя бы одну волну пережить. И уже будет неплохо, хотя бы одну волну. Ну попробуйте попасть в этого летающего монстра. Может, у вас что-то и получится. Но они не хотят в него стрелять. Они будут стрелять по самолетам, когда нужно ломать его. Ведь он основной дэмэдж вносит. Посмотрите, что он делает с моим кораблем. Пулеметы имеют страшную силу какую-то, нереальную. Шквал из пуль. Так же нельзя. Так же нельзя, это ведь нечестно. У меня таких нету сил, у меня нет таких пулеметов. Пипец. Да, да, да. Нет. Нет ни единого шанса у меня здесь. Хорошо. Давайте пойдем в магазин и посмотрим, что я могу купить за 4800. Мне нужен хотя бы один апгрейд. Хотя бы купить эту королевскую даму, деву, Royal Maiden, и посмотреть, что из этого выйдет. Купил. Будет ли там 3 слота под пушки или не будет? Сейчас мы с вами, друзья, это узнаем. Если будет, прикольно. Если не будет, печально. Это Royal Maiden, да? 3 слота под пушки! Бэм-бэм-бэм! Бэ-бэм! Отлично! 3 слота под пушки. Вот это, друзья, совсем другое дело. Ну что ж. Конструкция завершена. Персонала, вот у меня персонала маловато, наверное, да, чтобы обеспечивать такое количество орудий. Давайте еще докупим несколько солдат, несколько матросов и посмотрим, что из этого выйдет. Идите сюда. Отлично. 1500 дублонов даже осталось. Я боюсь представить, что бы было, если бы мы купили тот корабль за 5000. Возможно, там было бы 3 слота под орудия. И это было бы очень приятно, но ладно. Плывем. Плывем, плывем, плывем. Прямиком в тот уровень. ХП у меня теперь в 2 раза больше. Это радует. В 2 раза реально больше. Было 1.5, стало 3. Возможно, броня стала мощнее. Да, теперь 20 единиц. Великолепно. Сразу-сразу отправляем стрелков. Об остальном позаботимся позже. Так, сразу сварщик нужен. Одного, думаю, будет достаточно. Так. Нужен один специалист. Техэд. Кстати, вы посмотрите, что мы сбили уже большинство самолетов, да? А где-то неведомая летающая фиговина, а? Что-то она решила в этот раз не высовываться, я смотрю, да? Хе-хе-хе. Испугалась. Это радует? Так, с пожарного возьмем себе. Давай, давай, давай. Ее действительно нету. Может быть, она появится во второй волне. Может быть, она не появится вообще никогда. Если это так, то это неплохо, но скучновато. Я бы хотел с ней сразиться. Все. Мой корабль практически бессмертен, друзья. Очень жестко. Очень-очень-очень жестко. Но, правда, мы эти 2 самолета сбить не можем, несмотря на количество орудий. Попадите по ним! Ради бога, сделайте это! Ладно, беру управление в свои руки, иначе ничего из этого толкового не выйдет. Все. А вы занимаетесь какой-то ерундой. У меня орудие горит, как с ним быть? Так, а если мы уберем стрелка и засунем туда пожарного? Пускай потушит орудие. Иначе мы будем получать постоянный урон. Это не здорово. Точнее, это комната перезарядки. Если быть точным. А вот и штуковина вылезла. Так, пожар потушен. Давай-ка иди назад.
А ты, чувак, иди стреляй, перезаряжать. И перезаряжай. Хилка. Где моя хилка? Почему хилка вечно недоступна? Я ее ни разу не использовал, а она недоступна. Непонятно. Так, с тобой что не так? Давай мы его просто собьем вот таким образом, и все. Это все меняет. Может быть... Нет, я не понимаю, почему хилка не работает. Вообще не понимаю, почему хилка не работает. В чем проблема? Должна же работать. Или ее нужно действительно установить заново? Наверное, так. Так, буду, наверное, управлять все-таки сам. Если все снаряды будут направлены в одну сторону, пробиться через это становится, ну, невозможно, как вы видели. Хилки не хватает. Осталось всего лишь 1100 хп, 1200 будет к началу битвы. И это супер мало. Ладно, понеслась. Пока самому стрелять смысла нету. Самолеты не кучкуются. Орудия и так справляются. Вот, понеслась. Сюда-ка, 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 дружище, сюда-ка. Мы с тобой быстро справимся, и ты не будешь нам докучать. Почему ракеты проходят сквозь него? Я не соображаю. Да завалите вы его, он же вон впритык. Фух. Теперь 10 самолетов надо как-то сбить. Сбить до того, как потопят меня. 7 самолетов. 5 самолетов. Давайте сделаем 4 самолета. Так, с 3 самолета всего лишь. Буквально, буквально 1-2 попадания, и мне конец. Нет, не попади в... Нет! Нет, вы видели? 1 самолет остался. Ах, неприятно. Ладно, на этом мы с вами пока остановимся. Развились довольно неплохо. Будем продолжать. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.